Привет, представься. Привет, я Николай. Давно заехал в дом? Вчера мы заехали и уже оценили все вокруг и сам дом. Вот расскажи про дом. Какие косяки, что хорошего, что плохого, что ты обнаружил, покажи. Во-первых, хотелось бы начать с процедуры бронирования. С Альбом мы связались первый раз, по-моему, еще в июле. Да. И хотелось бы поблагодарить за терпение. Сколько? Около сотни вариантов. Мне кажется, мы пересмотрели. Нас две семьи. У каждого в этой семье свои пожелания. В итоге был найден вариант, который действительно идеальный. До моря 5 минут пешком, высокоскоростной интернет, чтобы можно было закончить, так сказать, работу в декабре. И цена, ну, конечно же, лучшего предложения по стоимости вряд ли мы бы смогли найти самостоятельно. Ну и плюс к этому мы не подумали о машине, и то, что через час после нашего приезда машина материализовалась, тоже благодарность его. Понятно. Слушай, вот ты живешь тут с детьми, как им здесь? Он подходит, то есть для семейного отдыха дом подходит, все ли нормально здесь? Да, все хорошо. То есть главное, наверное, здесь для семейного отдыха это, ну, хотя бы какая-то удаленность от дороги, так от небезопасного места. То есть до дороги здесь получается где-то 200 метров. Это более чем достаточно нормальное расстояние. То есть они бегают здесь, и можно не волноваться. Слушай, я переживал по поводу того, что в этом доме немножко будет пахнуть сыростью. Когда ты вот живешь в этом доме, есть какой-то запах или нет? Присутствует такое? Какого-то запаха мы не отметили. Не отметили, да? Вот, если говорить про то, что связано с сыростью, достаточно много комаров, но, опять же, поездка в супермаркет и покупка вот этой штуки, которая втыкается в розетку, ага, помогает, да? Решила вопрос. А ты уже ходил на пляж Бапут? Да, хороший пляж, нормальный вход в воду. Для детей нормально? Для детей очень даже нормально. Все понял, спасибо, Николай.